Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о причинах частого дыхания у собаки. Дыхание у здоровой собаки спокойное, мягкое, ритмичное. Движения грудной стенки при вдохе и выдохе плавные. Нормальное дыхание тихое и беззвучное. Его невозможно услышать, даже если близко подойти к собаке. В норме собаки дышат через ноздри и с закрытым ртом. Температура окружающей среды, жара влияют на частоту и тип дыхания у питомца. Это связано с терморегуляцией, которая у собак в основном осуществляется через дыхательную систему, подушечки лап и ушные раковины. Повышение внешней температуры приводит к перегреванию организма. Таким образом, одышки у собаки в жаркую погоду является нормой. Дыхание в том числе направлено и на поддержание основных параметров жизни в пределах нормы. Активные движения, игры, спортивные занятия приводят к тому, что органам требуется больше энергии и кислорода. Одновременно с этим повышается и температура тела собаки. Поэтому при физической нагрузке у питомца появляется учащенное дыхание и одышка. Незнакомые ситуации приводят к возбуждению животного и активизации мозговой деятельности. В кровь выбрасываются гормоны стресса, и это повышает давление, а также затрачивается больше энергии. Для получения энергии в клетках используется большое количество кислорода, поступающего в организм при дыхании. Поэтому в стрессовых ситуациях у собак появляется учащенное дыхание. Инородные тела в дыхательных путях часто являются причиной дыхательной недостаточности, которая проявляется одышкой, усиленным дыханием, кашлем, а также слюнотечением или хрипами. Чтобы восполнить недостаток кислорода, организму нужно чаще и сильнее дышать, поэтому питомец начинает дышать с открытым ртом. А нарушение дыхания вводит собаку в состояние стресса, что еще больше провоцирует одышку. Мы описали только несколько возможных причин учащенного дыхания, но если у собаки учащенное дыхание или одышка, прежде всего нужно выяснить, есть ли угроза для жизни питомца и требуется ли такое состояние немедленного визита к врачу. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы представлены в соцсетях.